Летом в городе работают 11 площадок, 29 в сельских округах. Каждый день на таких площадках организаторы проводят спортивные и интеллектуальные игры и конкурсы. Торжественную часть праздника нового лета открыл начальник управления по делам молодежи Александр Козлов. Приходите на детские дворовые площадки, радуйтесь жизни, радуйтесь лету, и все у вас получится. С праздником, с Днем защиты детей вас и с началом летнего курортного сезона. Сотрудники центра «21 век» провели для ребят большую развлекательную программу. Конкурсы, игры, старались найти новые и интересные. Гости отгадывали загадки, танцевали и посмотрели выступление серебряных призеров Южного федерального округа по хип-хопу. Коллектив «Аризона Мини» открыли сезон детских площадок и лето. Открытие детских площадок – только начало большого праздника. Все лето для детей будут работать волонтеры и специалисты молодежного центра «21 век».